Пойдемте. Я проеду аккуратненько. Нестор, не отставай. Побип. Егор, побип. Решите проехать. Побип. Побип. Тихо. Не толкать меня. Хорошо. Ты что? Зацепились? Нет, у меня нога сорвалась с педали. Маша, радость ты наша. Шарик, Шарик? Смотри, Шарик, смотри кто. Шарик, бегом, Шарик. Шарик, вперед. Ну конечно. Конечно знаю. Шарик, ну хватит, каждый кустик. Шарик! Шарик, бип-бип! Ай, Шарик! Вот так. Идем со всеми на горочек. Там ягоды уже переспевают. Ярга, красносмородина, белая. Малина еще есть. Тут колеса лезет. Шарик, шарик. Все, слава. Космосе земля. Он коршун летает. Ждет свою добычу. Просит у Бога тоже помощь. Вот бабочка летит. Черная какая-то. Долго едете? Да еще бы. Не, а никто не взял, кроме тети Марины. Мы что, поесть пришли, да? Конечно. Вот малинка. Уже не толкнула ее. Да. Так, три поклона. Можно собрать все-таки? Три поклона и вперед. А то все-таки в углу. Три поклона? А, вот. Куда ты молишься? Все, дух. Где у нас остальные? Это идут. Не видать. Шарик, 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 Шарик. Сидеть. Это Лизы нету, что она не пошла-то? Все, давай. Иди, Маша, кушай. Так, Шарик, сюда. Малинку. Долго бегаете. Долго ходите. Сережа, будете? Нет, Шарик, сидеть. Три поклона и вперед. Шарик, вперед. Коля, да. Ну так Шарика гладить надо, а не мучить. Берите малину, что попадется под руки. Где сам? Я нашел его, где? Маша!
Они думают, целовать ли им шарика или нет. Маша, Коля, идите, ягоды ешьте. Шарика не целовать. Руки ободрите, это, Коля, руки оботри, об траву хотя бы. А, так, видимо, для таких людей нас предупреждают постоянно, что нельзя это, после того, как погладишь собаку, шарик заносить в рот. А я все время думал, что так гладь, и потом... Заходите, заходите. Все вы. Ну, я идем. Вася, благодарю тебя. Ну, ладно. Все равно угощать приятнее. Нет, аппетита есть. Это все. Нет аппетита? А здесь спишь, на ходу ходишь. Да. Не хочет ягоды. Смотрите. Да, заболел мой? Заболел, точно. Точно заболел. Да. Вот Ливия тоже как-то отказалась на завтрак от четвертого. Представляете? И оказалось потом, что она заболела. А я так и думала. Угу. Это у нас белая смородина. Да. Как ее называют, инотихность лягушачика? Это зеленая смородина. Это белая. Какая зеленая? Белая. А, ну да, белая. Ну, такая уж белая. Ну, это очень зеленая. Малина бяка. Виктор, вы проходите дальше. Тут белая смородина, там красная есть. Ерга. По пути малину срывайте. Вон там, иди за мной. А вы что-то без кружек пошли? А мы пришли кушать. А, вы кушать пришли, а мы пришли собирать. Мы вам поможем. Хорошо. Конечно. Нет, кушать, 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 кушать. Мама. Ирга. Ирга. Вот белая смородина. Ешьте. Ирга. Ирга. А, ну да, смородина тоже. Пожалуйста, рыбу, пожалуйста. Так, Коле самую большую кружку, потому что Игнатий Тихонович сказал, когда у него была маленькая, тебе кружка. А, так. Сейчас. Освобожу ли руки? Да, вы кушаете, вам нет. Так, ну, значит, ему нет. Вам, Игнатий Тихонович, сказал кушать. Никаких вам сборов. Так, Лиза, а где-то у тебя еще кружки? Иди ты? Сюда. Даже Егор убежал, представляете? А я его кормила. Я хочу есть. Не хотел тебе идти кормила, да? Хочу. Да. Ну, пошли, красный. Дядя Серёжа, иди ко мне. Я богат. Он толкает. Вешь белую смородину. Ну, я тебе забираю. Пойди, у вас там нет или есть? Это моя кружка. Да ладно, я у Маши. Егор хочет. Они с Канады приехали. Канадский. Ела белую смородину там. Поешь, сладкая. У нас нету белой смородины. Так поешь пока кто здесь. Кто хочет кружку? Мама, у нас там вообще смородины нету. Вон, отдай этому Нестору или Егору. Я не хочу. Бери давай. Егор, не возьми. Нет. Кружки для всех взяли, берите. Мы есть хотим. Возьмите. Возьми, меня не хватит. Нестор, бери давай. Я же очень, на всех не хватит. Дай Егору. На всех не хватит. Надо решать, или Нестор, вот и я решил. А мне какая разница? Кто тут у нас? Это не трогай. Облепиха, она еще не поспела. Они оранжевые, когда поспевают. Это дичка, яблочки. Так вот, идите сюда, собирайте тут. Вон да. Много красной смородины. Владимир Юрьевич, возьмите кружку. А здесь какая смородина? Никто больше не хочет. Это не смородина, это кружок. Вот Ирга. У меня самая большая кружка. Коля, ты давай или ешь, или собирай. Я хочу есть. Ну, собирай же. Вкусно.
А вы что, на камеру все снимаете? Конечно. И будет видно. Дядь Володя. Какой ты собираешься? Вася, ну что ты? Ну чего? Что ты деваешься над парнем? Я не деваюсь. Дядь Володя, это что? Это своего согласия. Это что? Это облепиха. Она оранжевая, когда спела. Она сейчас съедобная? Так вот у тебя облепихи нет. Нету. Нет. Владимир Юрьевич говорил, что у вас облепиха есть. Она уже в августе месяце. Я пока наелся. А почему вы нынче липа не сидит? Она разве в это время цветет? Вот уже лук, пора убирать его. Бобы уже готовы. Больше. Здесь просто уже она заросла в этом году и плоды не дала. Ваш крыжовник сошел с ума. Он стал теперь белой смородиной. Сами посмотрите. Крыжовник-то. Уйди. Да просто ветки перепутались. Уйди с моей грядки. Моя грядка. Место. Не будь жадным. Какой груз? Сад прям плодовый. Огурочек вон он. За забором? Ну, ну там грядки-то наши все. Туда можете конечно, пройти, пробовала. Посмотреть. У бабушки же она есть. Белая, красная, у бабушки черная. Она есть? Белая, я думала, у нее такая красная и черная. Из нее этот желе делают. Она, потому желе. Что из нее есть красное делают желе. Сделай, пожалуйста, желе. В ней много пектина. Куда это тогда? Там, смотри, сколько поклевали птицы. О! Там же Марина собирает. Ты туда высыпи. Кого? Да, Юрги. А, Юрги. А красную вон тоже можно микро поесть. Виктор, поедите. У меня дома. Нет, я говорю, красную смородину есть у вас? Нет. Место, не маши. И пошла отсюда. А, правильно. Так ее. Дядя Володя сейчас так это и делает. О, это черное. Надоело. А это только есть, да? Ну, слава Богу за все. Аллилуйя.